Зима близко к концу недели. Синоптики обещают в Кирове первый снег. Сугробов, конечно, ждать не стоит, но в шиномонтаж записаться уже сейчас не помешает. Инспекторы ГИБДД рекомендуют не затягивать заменой резины на зимний вариант. Что еще нужно подготовить к наступлению холодов, расскажет Елена Шарыгина. До сугробов еще далеко, но и тепла ждать уже не стоит. Кировские синоптики предложили попрощаться с сухой теплой погодой и подготовиться к наступлению холодов. В ближайшие дни уже ожидается снег. Правда, кировчане этого могут и не заметить. Снег может пройти вперемешку с дождем. По ночам уже будет ощущаться зимняя погода. Температура может опуститься до минус 6. Да, зима, конечно, приближается. И в основном будут вот так вот сменяться ложбины, гребнями сменяться будут, и осадки будут выпадать уже после, начиная с 25-го, там будут тоже дожди со снегом выпадать будут. Но снег пока ложиться не будет, потому что еще даже и в начале ноября, возможно, температуры тоже не очень низкие. В межсезонье кировчане не только достают пуховики, но и начинают записываться в шиномонтаж. Самое время одобряют инспекторы ГИБДД. Температура падает, влажно, сцепление с дорогой все хуже и хуже. Пора менять резину. Дорожные полицейские рекомендуют заняться этим сейчас, чтобы и машина была более управляемая, и в автосервисах было не так много очередей. В Кировской области снег уже выпадает в конце октября, начале ноября. Поэтому мы рекомендуем при среднесуточной температуре плюс 4, плюс 5 градусов водителям все-таки уже начать замену резины с летней на зимнюю, чтобы обеспечить свою безопасность. Кроме того, водителям необходимо обратить внимание на манеру управления транспортным средством. Необходимо соблюдать оптимальный скоростной режим. Опытные автомобилисты рекомендуют перед началом зимы не только поменять резину, но и еще кое-что сделать со своей машиной. Например, поставить другие щетки на дворники. Также можно заменить масло. Ну и залить незамерзайку вместо воды. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.